Дальше. Башкирова Александра Ивановна, то, что только мы 54 на третьем этаже, да? Дальше Васильева Галина Константиновна. По-моему, второй. Хотя точно. Опросник вот такой. Тут мало людей сейчас, около 6-8, просто только раздадим подарки, просто у кого хватит сил, можно по двое ходить. То есть берем вот это, пишем комнату, берем ручку, идем разговариваем. Минимум, что надо узнать о день рождения. Разговор такой: день рождения, диабет, размеры, все остальное как получится. Все, что больше 35, то третий этаж. Я права. Спасибо вам большое за эти костыли. Выздоравливайте. Это самое главное. Спасибо, спасибо. Да, уже два раза была на операции. Думаю, три раза не придется. Дохожу я с этими, наверное, уже вот костылями. Спасибо. Держитесь. Всего до 79 только. Ничего. Да. Еще 10 пар сносите. Да? Вам привезем. Нет, спасибо. Хватит одних теперь будет. Два костыля. Спасибо большое. Какая мне радость. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. О. Спасибо большое. Можно вас уже угостить конфеткой? Это огромное. Еще вам немножко. Подождите. Здоровья вам крепкого, желаем хорошего настроения всегда. Ну, есть. Очень хорошо. Александра! Пугачёва? Мальчика, да. У нас Владимир Иванович, мы вас хотим поздравить с днем рождения. Мартовским, немножко с запозданием. Пожелать вам здоровья и бодрости. Угостить ваших соседей. Днем рождения вашего соседа. Ай, красиво.
хотели бы идти сюда. Все, наверное. Оставляем так. Знаете, какая у нас бабушка еще, да? Она так любила одеваться и фотографироваться. Пообнимайте бабушку. Так-то вижу, пойду в этот клуб. Думаю, мои девочки были. Действительно, как и человек всему рад, да? Пройдите, пофотографируйтесь, пообнимайтесь с бабушкой. Выступали, вы же были, наверное, а я еще частух все пела, а не было. А сейчас можете? Много, да, я забываю. Через речку выстрою, я мосточек выстрою, ходи милый мой, ходи лето, вы зимой. Я молодец. А если хочешь меня любить, то не такого надо быть. Надо быть по-твердому и напиваться пьяному. О, Василий, молодец! Но если хочешь меня любить, не делай замечания, что люди будут говорить, не обращай внимания. Ну, артистка. Я долго, ой, долго знала. Чисток. Я точно все вспоминала, меня просили вспоминать. И я вот как и вчера, и сегодня вспоминала. Чувствую, так я села, что-то грустно, сижу про себя и промочу. Спасибо, что приехали, молодцы. Спасибо вам. Да, подарю вас на здоровье. Забыла я. Спасибо еще раз.